Уважаемые коллеги, добрый день. Собрал вас сегодня для того, чтобы поговорить о том, как идет работа по борьбе со стихийным бедствием, с пожарами. Я, когда был еще на космодроме Восточный, уже тогда с вертолета было видно, что в некоторых местах дымит. Здесь и природа, конечно, нас испытывает на прочность. Ветер большой, температуры большие, но, к сожалению, как часто бывает, события подобного рода, связанные еще и с деятельностью человека, носят рукотворный характер, имею в виду пал травы. Мы каждый год об этом говорим, тем не менее, не удается предотвратить негативного развития, такого негативного развития событий, которые мы наблюдаем сегодня. Амурская область, Бурятия, Забайкальский край страдают особенно, тысячи гектаров леса горят. Давайте сегодня поговорим о том, что делается. Я знаю, что создана и межведомственная рабочая группа, ведется космический мониторинг ситуации. Хотел бы от вас услышать, что предпринимается конкретно и что планируется сделать в ближайшее время, имея в виду также и наступающий период летних отпусков. И в этом смысле нужно, конечно, особое внимание уделить в будущем профилактике пожаров и других возможных природных негативных явлений, с тем, чтобы обеспечить нормальную ситуацию в местах отдыха граждан. Давайте начнем работать.